Свой профессиональный праздник отметили сотрудники патрульно-постовой службы. В этом году структурному подразделению исполнилось 95 лет. С теми, кто днем и ночью обеспечивает общественную безопасность, пообщалась наша съемочная группа. В зале детской школы искусств собрались те, кто ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах областного центра. Те, кто в любое время суток готов встать на защиту горожан. Патрульно-постовая служба – одно из самых важных звеньев в структуре правоохранительных органов. Они первыми приходят на помощь, если случилась беда. С профессиональным праздником коллег поздравили начальник УМВД по Белгородской области Василий Умнов и начальник городской полиции Александр Коробейников. Знаю, как подойти к преступнику и как его задержать. Они знают, как работать со свидетелями. Они понимают, что делать на месте происшествия. Вы приезжаете первыми на место происшествия и первыми сталкиваетесь с преступниками при задержании так называемых по горячим следам. Здоровья вам, удачи, всего доброго. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете гордо нести звание сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Будете выполнять четко и правильно те задачи, которые ставят перед нами УВД Белгородской области и МВД в целом. Желаю вам всего самого наилучшего, успехов в службе и четкое исполнение приказов, которые к нам поступают. В честь 95-й годовщины со дня образования ППС благодарностями, памятными знаками и юбилейными медалями были отмечены лучшие сотрудники службы. Среди них старший лейтенант полиции Ольга Попова. Подведомственная ей территория – район городского автовокзала. Профессионал своего дела, она сумела вырастить достойного преемника. Ольга Попова отмечена благодарственным письмом за воспитание сына, младшего сержанта полиции. Для матери это самая большая награда, которую можно получить. Наверное, никакие награды, как свои дети, которых ты воспитываешь и видишь в них, дай Бог воплотить то, что в себе, наверное, не мог воплотить в жизни, чтобы они добились большего, чем мы могли. Наверное, это для матери самая большая награда. Мне безумно приятно за нее, очень горжусь, хочу быть похожим на нее. Наградами для полицейских стали очередные специальные звания. Так Вячеслав Кузнецов после торжественного вечера сменит погоны на сержантские. Я рад, горд за себя, приятно. Может быть, это стимул какой-то? Ну да, стимул, наверное, будет дальше служить, чтобы получить в дальнейшем офицера. До генерала хотите дойти? Ну, до майора хотя бы. За 7 месяцев этого года сотрудниками ППС в регионе было раскрыто почти 350 преступлений и выявлено более 24 тысяч административных правонарушений. Служебные задачи полицейские выполняют и в командировках за пределами области. Елена Погорелова, Андрей Андрейко, к этому часу, Белгород.